Андрей Данилко, создавший знаменитый образ Верки Сердючки, серьезно болен, его пытаются поставить на ноги лучшие врачи. Данилко очень закрытый человек. Он не любит рассуждать о личной жизни и быть в центре внимания, поэтому не раскрывает свой диагноз. О проблемах со здоровьем Андрея Данилко рассказал его продюсер Юрий Никитин. По сравнению с теми депрессиями, которые у него были после 2007 года, это уже он находится в прекрасной форме. Потому что очень долгое время он совсем не мог творить, генерить, ничего не мог делать, выступать, ничего. Ну, у него там более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Там большая группа специалистов над этим трудится. Врачи не только из Украины, но и там из других стран европейских подключаются к этому процессу. Также Никитин поделился, что в этом году Верка Сердючка отмечает 30-летие творческой деятельности. Образ родился 8 марта 1991 года. В рамках этого события артист выступит с концертами в нескольких крупных городах и представит новую музыкальную программу. Известный украинский продюсер Юрий Никитин рад этой новости, ведь это означает, что у Андрея наметились улучшения в самочувствии, и он продолжает бороться за свою жизнь. Мы готовим новый клип, новый трек, и за ним ряд новых очень серьезных проектов, о которых я просто не могу говорить. Но сегодня это год 30-летия Верки Сердючки. Единственное, что могу сказать, он будет наполнен очень яркими и знаковыми проектами вот Верки Сердючки. В подробности состояния исполнителя роли Верки Сердючки Никитин вдаваться не стал. При этом известно, что несколько лет назад Данилко в интервью сам обмолвился о некой болезни, из-за которой он набирает лишний вес. Он также добавил, что у нее есть множество других неприятных побочек. Многие предположили, что 47-летний Андрей борется с онкологией, но эта информация не подтвердилась. Как бы там ни было, поклонники желают кумиру скорейшего выздоровления и возобновления полноценной творческой деятельности.